А кисточка выбилась, короче. Погнали. Не получился прикол, короче. Короче, прикол был в том, что это мне челюсть показал. Вот здесь расстояние, говорит, выдерживай. Вот, верховик хочет его занять, да. А ты выдерживаешь, чтобы, короче, вот ударить. Я вот сейчас вот это... Так меня и вкручивает. Я вот постарался сейчас так сделать. Ну давай. Первым начать, да? Да. Вот это классно. Ну да, когда вкрутился, уже держать легко. Прям вот вообще похеру, короче.
Хорошо, вот это ты сделал. А я уже думал. Ты выставляешь хорошо всегда. У меня же себе хуже. А меня Пуля научил, короче, да. Выставляю, это да, чтобы. Вообще, меня Пуля научил, все, я всегда так и делаю. Типа. Ну, крюковики вот что делают? Не, меня Пуля научил, короче говоря, он меня заебал замечаниями, блядь. Ну, Пуля, знаешь, заебет. Я решил, что я с ним это послушаюсь лучше. И как-то вот он меня приучил выставляться хорошо, он меня тоже хвалит. Может, потом проще. Начинаю. Я тебе не стал нажимать, думал, ну ты сейчас выдохнешься. Вот и я с тобой так же тоже думаю, поиграю, а ты хуя. Все, сейчас Игорь не будет шутить. Не знаю, может даже дотянул. Может ли это было? Я не могу ничего. Вот это сейчас вообще грамотно было. То есть я... Ларата досмотрелся просто. Я как бы делаю вот так вот, чтобы тебя дожимать. А ты наоборот, локоть сюда вперед, чтобы в свое встать, в защиту. И с этой защиты просто вот... Самая правильная защита от вверх. А, типа встать вот так вот ему на это? Двигаться, встать по ходу, вот так вперед. И ты, получается, меня дальше вкручиваешь. А я не могу уже объяснить. Вот кто мне вот это вот, почему вот не объясняют тут юного? Вот я вот только вот узнаю, а знаешь, ты, от армрестлеров. Если бы ты остался в том же месте, то я бы тебя растянул. Просто растянул руку и все. А это как раз армрестлер сам был, руку растянул. Было, да. Что-то крип не получается. Да. Вот здесь, я понял, что я защищаюсь, блядь. Страшно есть. Блядь, это руки просто так вот. Да.
Я в чем упала? Ой, на таком моменте. Но, честно говоря, по-моему, довел. По-моему, был. Игорь, левая все. Ну, да, ты что, давай, 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 направо и правда все. Все, походу, надо идти. Ты имеешь в виду, спасибо за это. Покушать ночью, человек увидит.